Сегодня действительно коллективом и руководством ГТК была достигнута определенная планка, которую ни в коем случае понижать нельзя, и только нужно укреплять те позиции. Таможенный комитет показывает, в самый тяжелый период времени, период пандемии, откровенно говоря, работа таможенных органов была направлена и усилена, и эту планку ни в коем случае снижать нельзя. Точкой отсчета именно те показатели, которые существуют сегодня в ГТК и выше. Те показатели, которые делали, люди все здесь стоят, я думаю, что они так же и будут продолжать. Хочу поблагодарить руководство страны за оказанное мне доверие. Отдельно хочу вам всем спасибо сказать за проделанную работу, несмотря в такое тяжелое время. Многих здесь в лицо я знаю. Я надеюсь, что мы совместно с вами будем продолжать те славные традиции, которые имеются в таможенном комитете. Я тоже хотел бы несколько слов сказать в адрес Гурама Семеновича. О решении президента вам известно. Гурам Семенович, имея опыт работы в Государственном таможенном комитете и оценивая статистические данные, опираясь на них, могу сказать, что таможенные органы Республики Абхазия за последнее время смогли удержать сложную ситуацию в стране, особенно связанную с распространением коронавирусной инфекции. Уверен в том, что организаторские способности Гурама Семеновича, его человеческие качества, трудолюбие, несомненно, будут востребованы еще и в дальнейшем на ответственных постах. Утар Михайлович, хочу присоединиться к словам в адрес Зуравича. Утар Михайловича не надо особо представлять, он известный человек, и вам он известен. Работая на ответственных постах, он снискал уважение во всех коллективах, работая и министром внутренних дел, и секретарем Совета Безопасности. В этой связи у него очень большой управленческий опыт. Полагаю, что он будет направлен только на повышение эффективности деятельности таможенных органов, естественно, на развитие экономического потенциала нашей страны. Задачи не меняются, остаются, как и прежде. Тар Михайлович, полагаю, что вы вместе с коллегами достойно справитесь с возложенными обязанностями.